Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Семилетняя Лиза Галкина дала своему отцу, Максиму Галкину, мастер-класс игры на фортепиано. Меня учили просто сначала, когда начинается журавель, вот и идет такое плавное звучание, и снова. А как только начинается лягушка, она вот прыгает, как будто скачет же. Школьница очаровала поклонников и звезд. Звездные родители стараются посвящать детям максимум своего времени. Благодаря их стараниям Лиза и Гарри Галкины растут добрыми и смышленными детьми. Сегодня Лиза похвасталась умением играть на фортепиано. Шоумен запечатлел дочь на трогательном видео. Девочка предстала с аккуратным хвостом. Она надела белую футболку с милым принтом со стразами. Первоклассница сидела за белым фортепиано и объясняла отцу, как правильно играть мелодию. «Меня учили, когда начинается журавель. Вот идет такое плавное звучание», — пояснила Лиза. Она показала Галкину, как ее учили в музыкальной школе. «А когда начинается лягушка, она прыгает, скачет», — добавила девочка и начала бить по клавишам сильнее. Затем она остановилась, повернулась к отцу и застенчиво улыбнулась ему. Максим восхитился способностями дочери. Он отметил, что малышка незаметно для него стала совсем взрослой. «Как же быстро взрослеют», — высказался он. Таланты дочери шоумена и певицы не оставили равнодушными другие знаменитости. «Какая клевая!» — не сдержала восхищения Яна Рудковская. «Красавица!» — заверила Ида Достман. «Какие чудесные и талантливые у вас дети!» «Ну чудо же!» — согласилась с ней певица Ольга Полякова. Поклонники шоумена засыпали малышку восторженными комплиментами. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.